В эфире информационная программа «Панорама Севера». В студии Лариса Истомина. Здравствуйте. Новый отопительный сезон, культурный отдых горожан и помощь беженцам из Украины. Этим темам была посвящена еженедельная планерка в мэрии Архангельска. В первую очередь участники совещания обсудили подготовку городских сетей к грядущему отопительному сезону. В штатном режиме идут работы как в жилфонде Архангельска, так и в учреждениях социальной сферы. На данный момент у нас специалисты ТГК-2 и специалисты Госпостнадзора выходят на прием к образовательных учреждений. Те вопросы, которые возникают, решаются в рабочем порядке. Внимание участников планерки было обращено к Северному округу. Там начались работы по ремонту дороги на улице Кировской. А также при участии окружной администрации и поддержки мэра города Виктора Павленко был установлен памятник патриарху московскому и всея Руси Тихону. Не менее насыщенно прошли выходные в округе Варавино-Фактория, где при поддержке муниципалитета состоялся традиционный день рыбака. О проведенной работе в Майской горке мэру Архангельска доложил вновь назначенный глава округа. Покос травы, как я уже сообщал это ранее, мы завершили еще 2 недели назад. Вторую волну и покоса и планируем начать с 25-28 июля. Не осталась в стороне и тема культуры отдыха горожан в общественных местах. Например, на набережной, где муниципалитет запретил торговать спиртным, у горожан появилась возможность активнее гулять и отдыхать с детьми. Полиция следит за порядком, и нарушений здесь нет. А вот на рок-фестивале «Остров» сложилась иная ситуация. Достаточно было много на этом фестивале «Остров» выявлено людей, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения. По данным УВД по городу Архангельску составлено порядка 20 протоколов. Организационно такие меры и распорядительные меры мы примем для того, чтобы определить и площадку, и условия там определить. Поэтому от этого мы не должны уходить, но должно быть на высоком организационном уровне. Вот там это самое главное для нас, органов власти, чтобы там был порядок, вот, и, конечно, не было вот этого распития спиртных напитков. Виктор Павленко также поручил взять на особый контроль помощь беженцам из Украины. Всего в регионе их более 500, большая часть в Архангельске. Надо проанализировать, что у нас есть с жилфонда в этом случае, вот, и в случае необходимости людям, конечно, оказать содействие. Ну, что касается школы, вы уже работаете, что касается детских садов, как бы сложно у нас не было обстановка, людям помочь необходимо. Поэтому это задача, и никаких, так сказать, возражений не принимается. Также по предложению главы города сотрудники мэрии Архангельска перечислят дневной заработок в фонд помощи беженцам из Украины. Артемий Заварзин, Алексей Шаршов, Олег Ширяев, «Панорама Севера». Крокодил. Именно так прозвали в народе один из самых популярных наркотиков в нашей стране – дезаморфин, произведенный кустарным способом. Хищное название он получил за то, что кожа человека вместе инъекций из-за язв становится грубой и похожей на чешую. Дезаморфиновая эпидемия активно расползалась по стране благодаря тому, что этот наркотик легко изготавливается в домашних условиях. Для выработки доз в аптеках приобретались кодеиносодержащие лекарственные препараты. В 2012 году правительство страны ввело запрет на их продажу без рецепта. Однако работы у наркополицейских от этого не убавилось. За 6 месяцев этого года органы наркоконтроля в нашем регионе ликвидировали 5 дезаморфиновых притонов. Наркотик «Крокодил» раскрывает свою пасть все новым жертвам во многом потому, что сотрудники некоторых аптечных учреждений, мягко скажем, закрывают глаза на безрецептурный отпуск кодеиносодержащих препаратов. В прошлом году одна из аптечных сетей Архангельска уже заплатила за это штраф в размере 40 тысяч рублей. Но, видимо, такое наказание не слишком испугало ее руководство. В наркоконтроль продолжали поступать жалобы от населения. Прежде всего, жителей дома, в котором расположена одна из точек. В этом году нам поступили обращения граждан. 6 информаций поступило в общем количестве, из них 4 на анонимной основе в отношении только этой аптеки. Это только за этот год. Тут вечно что-то покупают, то таблетки, то что-то. Я не знаю, тут, по-моему, для наркоманов, наверное. За аптекой, в отношении которой поступили обращения, было установлено наблюдение. Сотрудниками полиции было проведено проверочное мероприятие, в ходе которого был выявлен гражданин, который без рецепта в данной аптеке купил кодеиносодержащий препарат. В объяснении данный гражданин нам пояснил, что данные таблетки, которые он купил в аптеке, приобретены им для изготовления наркотических средств. Прибывший на место действия директор аптеки решила примерить на себя роль незнайки. Не наркотический, понимаете, даже, допустим, если это обезболивающий. Он написан, в законах написано, что он должен быть. У нас много написано в законах.
Мало ли, что директору закон не писан. А вдруг человек и впрямь не догадывался, для чего одни и те же люди регулярно закупают кодеиносодержащие препараты. Только вот мать одного из постоянных клиентов аптеки отбрасывает это предположение. Он сегодня мне пишет, вот смс-ка мне в кармане. Спаси меня, дай мне денег. И он купил все, что ему надо было, он купил. Я ходила к заведующей к этой. Я ей сказала, я говорю, что же вы делаете? Она говорит, вы плохо воспитали своего сына. Вопросами воспитания самого руководителя аптечной сети займутся соответствующие органы. По факту проверки возбуждено дело об административном правонарушении за предпринимательскую деятельность с нарушением условий лицензии. А это либо очередной штраф, либо приостановление работы на срок до 3 месяцев. Алексей Карельский, Владимир Орлов, «Панорама Севера». Лето, пора свадебных торжеств. В территориальных отделениях ЗАГСа время церемонии расписано буквально по минутам. И уже можно сказать, что 2014 год бьет рекорды 13-го. В этом смогла убедиться и наша съемочная группа. У выпускника университета Государственной противопожарной службы МЧС России Кирилла Орлова особый день. Он женится. Гости праздника шутят. Сегодня не только на одну семью, но и на одного жителя Архангельска станет больше. Ведь избранницей Кирилла стала петербурженка Юлия. История их знакомства и обычная, и необычная одновременно. Мы познакомились ВКонтакте. Я поставила ему лайк на стене, на запись. Он добавился в друзья. Потом мы собрались пойти в больницу. Мне нужно было к стоматологу. Ну так и не сходили. Пошли сходили, в кино. Да, пошли в кино. На Помпеи, если ты помнишь. Да. Вот, потом стали каждый день видеться. Через месяц мне сделано предложение. У фонтана Петровского парка, в последнее время популярного у молодоженов, прошел ритуал выкупа невесты. Разминка перед ЗАГСом. А там, как всегда, все расписано по минутам. Вот только что закончилась церемония у Антона и Оксаны. Они, кстати, тоже пополнили ряды архангелогородцев. Ребята приехали из Белгорода. Квартиру купили, ремонт будем делать. А на следующий год свадебное путешествие. А вот в путешествие по волнам любви и семейной жизни отправляются и наши герои, супруги Орловы. Обручальные кольца, клятвы верности, поздравления родных и близких. Ежедневно архангельский ЗАГС становится свидетелем почти 20 таких торжественных моментов. Количество горожан, заключивших брак летом этого года, больше, чем в прошлом. Всегда наибольшее количество заключаемых браков выпадает на летний период. Это традиционно было во все времена. Заявления сейчас уже мы принимаем на август месяц, на сентябрь месяц, так что практически все время уже занято. Такая тенденция говорит об одном – институт семьи в Архангельске крепнет и развивается, а вместе с ним развивается и город. Мне, конечно, очень приятно, что с каждым годом семей становится больше, что архангелогородцы прибывают хоть понемножку. Это значит, что семьям здесь становится и молодежи более комфортно. Хотя нам, как городским властям, надо сделать очень много в нашем городе. Город наш замечательный, старинный. И надо, чтобы мы сделали все для того, чтобы он и облик этого города историческим оставался. Только в минувшую субботу в архангельском ЗАГСе было сыграно 19 свадеб. Всего во втором квартале этого года заключено уже 487 браков. Артемий Заварзин, Руслан Симушин, «Панорама Севера». День семьи, любви и верности, который отмечали в России 8 июля, запомнился новодвинцам красочным мероприятием. Концертная программа состоялась в молодежном сквере у кинокомплекса «Дружба». Подробности в сюжете наших новодвинских коллег. Добрая традиция праздника – это чествование новодвинских семей, которые уже много лет живут вместе. Медалью за любовь и верность награждены семьи Николая и Елены Кудрявцевых, Романа и Светланы Бабиных, Вячеслава и Галины Челпановых, Валентина и Галины Остафьевых. Семейное счастье этих пар заключается не только в любви и верности, но и в трудолюбии, ответственности и заботе. Новодвинские семьи поздравили представители мэрии, пожелали семейного благополучия и процветания на благо обществу. Наша страна – это тоже большая семья, которая состоит из множества маленьких ячеек. И, конечно же, именно в семье формируются все духовные, нравственные, культурные ценности. И именно в семье человек получает первый опыт жизни в обществе. Супруги Челпановы вместе 28 лет. За этот период научились понимать друг друга с полуслова. Семья известна своим участием в творческой жизни города. Глава семьи Вячеслав Александрович в любом вопросе готов поддержать свою вторую половину, как и в первые дни знакомства. Я думаю, что просто мы понимали друг друга и доверяли друг другу. Вот. А еще, наверное, мы просто уважали наше увлечение. Вот, мое увлечение. Просто еще нужно искать компромиссы. Иногда вопросы есть, которые
Яной Тимофеем приготовиться. Можно и так решить, и так решить. Нужно как-то подходить к этому, чтобы было и там хорошо, и тут удовлетворительно, по крайней мере. Счастливого семейного будущего. Вот так вот притирались. Дипломом признательности в этом году отмечены 5 новодвинских семей – Кочерины, Толокновы, Худяковы, Годовиковы и Боревец. Эти семьи воспитывают троих и более детей. Любовь, взаимопонимание и чуткость отличают эти семейные пары. Пожалуй, самым красочным моментом праздника стал выход супружеских пар в свадебных нарядах. Прекрасные невесты и галантные женихи продемонстрировали все прелести поцелуев. Супруги Юлия и Евгений Петровы, кстати, зарегистрировали брак ровно 3 года назад, именно в день Петра и Февронии. Не специально, просто пришли в ЗАГС, и так получилось, что 8 июля. Конечно, приятно зарегистрировать было брак, такой праздник. Своего мужа я очень люблю, ценю, уважаю. Примером настоящей любви и верности в этот день стала чета Дунаевых. Андрей Федорович и Раиса Артемьевна вместе уже почти 60 лет. Вы просто молодцы, и аплодисменты всех новодвинцев и наших гостей, супругов Дунаевых. 59,5 лет вместе. Во все времена именно семья считалась главной ценностью в жизни. Чудесная история святых Петра и Февронии, которой уже 780 лет, всегда останется символом любви и супружеской верности. Архангельский музей «Малые Карелы» готовится отметить 50-летие. В рамках юбилейных мероприятий на этой неделе в музее пройдут конференции, выставки, выступления фольклорных коллективов, будут работать творческие мастерские народных умельцев. Сегодня наш корреспондент узнал у горожан, как часто они бывают в музее «Малые Карелы» и чем, по их мнению, он уникален. Прекрасное место, так сказать, и для отдыха, и для души, в общем, для всего. Но, к сожалению, вот для моих лет сейчас очень далеко. И туда выбраться я могу только очень редко. А так это вообще необыкновенно. Комплекс посещаем регулярно с детьми, отдыхаем. Очень уютное место, очень красивое, успокаивает, релаксирует. И вообще это наша история. То есть даже вот каких-то знакомых, друзей из разных городов куда пригласить. Это наша достопримечательность, это наша история. Наверное, так. Ну, вообще отдохнуть приятно. Посещаю его редко, но... Этот музей уникален тем, что там множество деревянных построек, там часто устраивают праздники для посетителей. Ты можешь чувствовать себя как в другом времени. Малые Карелы мы посещаем редко, хотя живем, можно сказать, да, рядом с Малыми Карелами. Ну что поделаешь, работаем много. Вот. Ну а в чем уникальность? В том, что собраны, конечно, удивительные исторические, как сказать, архитектурные памятники, которые, ну, на сегодняшний день практически многие утрачены. Далее в нашем выпуске новостной дайджест. Коротко о главном. Очередной лесной пожар произошел в Архангельской области. Возгорание отмечено в лесах Пинежского района на территории Ёжукского участкового лесничества. По предварительным данным, причиной пожара стала сухая гроза. Сейчас возгорание локализовано. За последние дни в регионе возникло 7 лесных пожаров. 5 из них были ликвидированы на малых площадях. Всего с начала пожара опасного сезона в области зафиксировано 50 лесных возгораний. Напоминаем, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Строители начали облицовку стен белым мрамором строящегося Михаила Архангельского кафедрального собора. Об этом сообщил главный архитектор области Дмитрий Искорский. По его словам, сейчас идет монтаж рядов камня на юго-западной звоннице храма. После облицовки фасадов, барабанов звонницы и центрального купола строители приступят к монтажу капитального покрытия на кровле центральной части верхнего храма. Также продолжаются работы по подготовке теплового контура собора. Началось строительство теплотрассы и водопровода. Архангельский водник начал подготовку к новому сезону, в котором легендарному северному клубу исполнится 90 лет. Вместе с основным составом в тренировочном процессе будет задействована большая группа игроков 1993 года рождения и младше. В ближайшие 2 недели желто-зеленые будут тренироваться в Архангельске, а затем отправятся на базовый учебно-тренировочный сбор. Он по традиции пройдет на территории спортивного комплекса «Малиновка» в Устьянском районе. В
Библиотечная ассоциация и Министерство культуры России объявляют второй всероссийский конкурс «Библиотекарь года». Возможность доказать, что библиотекарь – нужная профессия, предоставится сотрудникам муниципальных библиотек. С подробностями о конкурсе Екатерина Грициенко. Профессия или призвание. Кажется, в библиотечном деле не бывает случайных людей. И все же лучшего специалиста должен определить конкурс «Библиотекарь года». Принять участие в нем может каждый сотрудник муниципальной библиотеки со стажем работы не менее 5 лет. Сегодня, 15 июля, объявлен сбор заявок. Заявки направляются в электронном виде. И в течение 2 недель они будут собираться. Мы, естественно, как Центральная библиотека Архангельской области, оказываем информационную, методическую поддержку участникам конкурса. Мы можем помочь и подготовить эти материалы. Участники конкурса выдвигаются от имени организации. А вот узнать, какие документы необходимо для этого подготовить, можно на сайте Российской библиотечной ассоциации. 20 финалистов со всей страны будут выбраны в конце сентября. Абсолютного же победителя определит народное голосование, которое пройдет на сайте Российской библиотечной ассоциации. Конечно, отбор предстоит жесткий, однако конкурсантам есть за что бороться. Ведь главный приз в конкурсе «Библиотекарь года» – это 100 тысяч рублей. В прошлом году в счастливую двадцатку вошла сотрудница Велигодской сельской библиотеки Елена Маланина. И, возможно, уже этот конкурс принесет одному из наших библиотекарей абсолютную победу. Екатерина Грициенко, Владимир Орлов, «Панорама Севера». Новодвинск вновь стал центром проведения турнира по пляжному волейболу. Более 50 любительских и профессиональных команд боролись за кубок Новодвинской волейбольной федерации. За 2 дня было сыграно порядка 130 матчей. Первыми турниры по пляжному волейболу открыли любительские команды. Причем мужские и женские дуэты имели право сражаться не только за главный трофей – кубок Новодвинской волейбольной федерации. Им также представлялась возможность побороться и за выход в профессиональную сетку, чтобы в дальнейшем встретиться на площадке с сильнейшими волейбольными парами Архангельской области – представителями Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Онеги. Каждой команде предоставляется возможность заявиться в квалификацию и попытать счастье пробиться в восьмерку сильнейших, то есть сыграть в сетке профессионалы. Для тех, у кого не получится или кто не хочет, скажем так, играть с более сильными командами, хочет сразу там заявиться на сетку любителей, предоставляется возможность такая. Новодвинск на этих соревнованиях был представлен немалым количеством достойных соперников. Женская команда под названием «Маки», в составе которой играют Любовь Карушева и Мария Маковеева, в нашем городе считается одной из сильнейших пляжной волейболи. Эти девушки неоднократно становились чемпионами на местном уровне в этом виде спорта. И это несмотря на то, что Любовь и Мария играют вместе всего 2-й год. Хотя вообще волейболом обе спортсменки занимаются давно. В зимний период они также успешно выступают на различных соревнованиях за новодвинскую сборную «Тэч-сервис». Нам как-то сразу комфортно с друг другом играть, мы быстро под друг друга подстроились, поэтому нормально. Турнир на призы Новодвинской волейбольной федерации – это 3-й тур Кубка региональной волейбольной ассоциации Архангельской области по пляжному волейболу. Первые 2 проходили в Онеге и в Архангельске. Сегодня представители этих городов приехали к нам с ответным визитом. Для удобства спортсменов, зрелищности, а также динамичного проведения турнира были задействованы сразу 4 площадки. Игры проходили в режиме нон-стоп. В итоге за 2 выходных дня болельщики могли наблюдать за ходом более 130 увлекательных волейбольных поединков. Сегодня в Архангельске открылась выставка продажи меховых изделий «Империя меха» производства фабрики «Зимняя сказка» из Кирова. Это прекрасная возможность познакомиться с модными в этом сезоне новинками. На выставке представлено многообразие меховых изделий самой разной длины и кроя, цветов и силуэтов из меха мутона, нутрии, каракуля и норки. Выбирала себе шубку и Елена Гончарова. Шуба – это не просто роскошь, но весьма полезная вещь в гардеробе каждой женщины. И если вы уже сейчас задумались о ее приобретении, то загляните на выставку-продажу шуб «Империя меха», которая работает во Дворце спорта профсоюзов в Архангельске. Здесь представлена новая грандиозная коллекция роскошных меховых изделий производства фабрики «Зимняя сказка» из города Киров. Многообразие поражает. Более 2000 моделей, среди которых более 700 такой любимой северянками норки. По цене от 44 тысяч рублей. Размеры от 38 до 68. На выставке также представлены практичные и удобные дубленки, женские и мужские модели. Всегда остаются в моде шикарные шубки из каракуля. А как стильно и современно смотрятся меховые жилеты. Мутоновая шуба в пол с воротником из чернобурки. Но какая женщина сможет устоять перед такой красотой?
Обратите внимание на симпатичные шубки из молодой нутрии. Мех теплый, красивый и очень мягкий. В такой будет так уютно зимой. А вот для осени можно присмотреть себе новое пальто. Белорусское качество всегда на высшем уровне. А цены от 3000 рублей. Приобрести понравившуюся модель можно на очень выгодных условиях. У нас на выставке можно приобрести изделие в рассрочку. Абсолютно любую шубку можно взять на год без переплаты. Для оформления будет достаточно паспорта покупателя. А за наличный расчет будет действовать скидка 10%, и при этом действует безналичный расчет. Выставка продажи шуб «Империя меха» работает с 15 по 20 июля во Дворце спорта профсоюза в Архангельске с 10 часов. Когда находишься среди такой красоты, невозможно отказать себе в удовольствии примерить хотя бы одну элегантную шубку. Действительно богатый выбор. Приходите и убедитесь сами. Елена Гончарова, Алексей Шаршов, «Панорама Севера». В завершение выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка на 16 июля доллар США 34 рубля 37 копеек, евро 46 рублей 79 копеек. На сегодня это все новости. Вы смотрели информационную программу «Панорама Севера». В студии была Лариса Истомина. До встречи на телеканале ПС. В Вельске 16 июля ожидается переменная облачность. Возможен дождь, гроза. +19-21. В Котласе облачно с прояснениями. Возможен дождь с грозой. 21-23 градуса тепла. В Мирном в среду переменная облачность. Возможен дождь. +21-25. В Новодвинске переменная облачность. +19-23 градуса. В Архангельске 16 июля облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью +17. Днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление будет расти.